Troy is a determinative. Troy is like also the reference today in determinate in a bush plant, beef size, 220 to 240 grams, is the most adaptable variety in the market today. На сегодня это название Troy, это европейское название, наше название этого томата. Это уже касательно низкорослых кустовых томатов. Томат Линда, то есть это наиболее, скажем так, адаптируется под любые условия выращивания томат. Вот в сегменте буш томатов это 220-240 грамм. Это отличный удобный томат для выращивания для свежего рынка. 250-300 грамм. Да, может достигать плод, может достигать даже 250-300 грамм. Easy to grow on any soil, any condition, any grower. Может выращиваться, ну, довольно легко может выращиваться при любых условиях, любые почвы, любые условия выращивания. 500 грамм один помидор. Вот фермер говорит, что один из помидоров был... one of tomato was the weight 500 grams. Can reach. But that's mean on that cluster was not so many like that. It should be one or two. No, it should be two, three fruits of 250 grams. No, yeah, but обычно получается 2-3 фрукта 250-300 грамм. Но если такой как бы крупный, соответственно число томатов будет меньше. If you have only one fruit set, it will be huge. But normally the ideal is three. Да, если какие-то условия произошли, что на кисти получается только один фрукт, один плод, соответственно, он развивается большего размера. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.